Да, алло. Брюнгер, некогда объяснять. Срочно купи лопату и встречаемся на кладбище на участке 155. Через 2 часа. Отбой. Чего? Зачем? Блин. Че за... Ну давай. Чего? Чего, закапывай давай меня. Чего уставился, как баран на мои ворота? Шевелись. Масянь, у тебя это... Все дома? Ай, Брюнгель, у меня нашли гепатит. Чего нашли? Гепатит. Страшный вирус жрет мою печень. Денег на катафалк оркестру у нас все равно нету, так что давай, закапывай, не тяни. Кота за хвост. Че, прям так живьем закапывать? Не, ну можешь подождать секундочку, сейчас у меня будет этот фиброз, цирроз, рак, ну и фидерзейн. А ну давай вылезай, глупая девица, отсюда, ну, сейчас же давай вытаскивать от вас вакцину, ты еще глупая идиотка. Давай вылезай, тем говорят, тебе вылезай. Я вообще, отстань, гад, ты вообще эту заразу притащил. Как пить дать ты, гепатит, болезнь проституток и наркоманов. А я кто из них? Я не наркоман и уж точно не проститутка. Неважно, можно много где через кровь подцепить. Говорил тебе, давай тебе вечный презерватив какой-нибудь с крышечкой сделаем. Ладно, смех смехом, а что теперь делать-то? Здрасте, дайте-ка мне, пожалуйста, бутылочку холодненького минералки. Новая аптека! Крутняк! Ням-ням. Скажите, а что у вас есть вкусненького от печени? В смысле, для печени. Ну, в смысле, от гепатита. Вот новенькая отечественная веселая печенька. Чего? Печенка, наверное? Идиоты. Неважно, дайте две. Еще чего есть? Есть французская. Литрасьон футю. Футю, тоже футю. Давайте футю. Еще есть вот китайская печенка дракона. Вечно у них ошибки. Ну давайте эту печенку дракона тоже. Все, давайте, есть у вас большой мешок. Ох, сегодня у меня праздник будет застолье. А вот это просто кал вам дать? А это от гепатита? Нет. Тогда какого черта оно мне нужно? Да еще с таким названием. Ну, не знаю, его просто не покупает никто. А вы все равно все подряд загребаете. Спасибо, спасибо, просто калу не надо. До свидания. Масянь, что это у тебя здесь творится такое? Масянь, что это за цирк тут такой? О, Хрюндель, как раз вовремя, нужна твоя помощь. Что это происходит-то здесь, Масянь? Что это за старушенция? Что он там бубнит? Что здесь творится? О, мы тут гепатит лечим. А это известная бабка-колдунья Федунья-Мудунья. В Фейсбуке порекомендовали, короче. А тебе вот, задание. На, держи. Ты, короче, должен пойти на перекресток трех дорог и вылить на голову первого встречного ровно на закате. И произнести слова «Вали, вали, чума холера». Понял? Да ты чё, не буду я такой лабудой заниматься. Так, Хрюндель, ты меня любишь ещё вообще? А что хоть в горшочке-то? О, это чудодейственное средство. Моча девственной чёрной ослицы после поедания волчьей ягоды лёжа в сушёных адвайзаках. Чего? И давай-давай, дуй, неважно, дуй. Тупизм полный, ну я сделал, я же обещал. Вот, пожалуйста. Эх, если б я помирать не собиралась, то поржали бы. Да не помрёшь ты, Масяня, слушай, у меня вот такое предложение. Давай лучше что-нибудь логичное сделаем, а? Например, сходим к врачу и узнаем, какой именно у тебя гепатит. А? Ну, короче, там гепатит С оказался. А он лечится. Это не дёшево, конечно, но лечится. А ты сам заразиться-то от неё не боялся? Да нет, чё не боялся, он через кровь идёт. Тут главное презервативы не забывать. А она-то сама как заразилась? Да хрен ты её знает. Может, у стоматолога, может, у этого там маникюра, педикюра, все эти бабки. Татушку вон год назад набивала. Хрен его знает, много вариантов. А чё, от татуировки может? И от зубного тоже? Конечно, если всех одним инструментом проверять, нужно просто раз в полгодика. Вот засада. Жизнь лохматая вообще смертельная болезнь. Да, кстати, можно и привиться вообще от этого. От жизни? От гепатита А и Б, балда. От С, к сожалению, нельзя. А Х? Чего Х? От гепатита Х привиться можно? Нет, нельзя! Потому что это дебилизм! Нет такого гепатита Х! Что ты говоришь, я серьезные вещи говорю, ну ты... Слушайте, давайте уже не тянитесь, проверьтесь на гепатит. Бесплатно! Печенка на одна у нас всего, еще, глядишь, пригодится.